Кто еще не пробовал венгерский суп палц, рекомендую его попробовать. А сейчас перейдем к его рецепту. 100 грамм бараньего курдюка нарезаем на мелкие кубики и обжарим около 5 минут. А пока 700 грамм говядины нарезаем на средние кубики. Прошло около 5 минут, курдюк потемнел и вытопился весь жир. Шкварки убираем и выкладываем обжариваться мясо. На это уходит примерно около 5-6 минут. Две луковицы нарезаем на мелкие кубики и добавляем обжариться к мясу. Сюда же добавляем измельченные 3 зубчика чеснока, лавровый лист, 2 чайные ложки соли. Также чайную ложку тмина, пол чайной ложки черного перца, столовую ложку сладкой паприки и чайную ложку сушеного укропа. Перемешиваем и тушим еще 2-3 минуты, чтобы ароматы всех трав раскрылись. Добавляем 2 литра воды, доводим до кипения и оставляем вариться под закрытой крышкой на слабом огне около часа. А пока 4 средние картофеля нарезаем на кубики. И спустя час добавляем в суп. Также 250 грамм размороженной зеленой фасоли. И оставляем вариться на слабом огне еще 15 минут. Далее смешиваем 180 грамм сметаны, 2 столовые ложки муки и немного бульона. Все хорошо перемешав до однородности, добавляем в суп. В конце добавляем сок половины лимона и при необходимости соль. Этот суп похож на гуляш, но более легкий и немного кислый на вкус, который пришелся нашей семье по душе. Обязательно попробуйте этот рецепт. Всем удачи в приготовлении. До новых встреч!